Украина простилась со своим первым космонавтом. Леонид Каденюк скончался в эту среду. Ему едва исполнилось 67. Церемония прощания была в центре Киева. Проводить космонавта в последний путь пришли его друзья, коллеги и сотни людей, которые не знали его лично. Похоронили Каденюка в столице на Байковом кладбище. За 2 часа поток людей, которые пришли проститься, не иссякает. У гроба жена Вера и сын Дмитрий. Для близких смерть Леонида Каденюка стала неожиданностью. Его сердце остановилось на пробежке в парке. Настолько неожиданно, что я думал, это какой-то сон, или что-то такое еще, или какая-то шутка такая, чтобы Каденюк за секунду помер. Ну, это взагалі. Не разумею. С художником Анатолием Гайдамакой они дружили всю жизнь. Но на гражданскую панихиду приезжают и те, кто не знал Леонида Каденюка лично. Ведь он ушел легендой. 15 суток на орбите. К своей мечте Леонид Каденюк шел 35 лет. О полете написал книгу «Миссия Космос». Планировал переиздать ее на английский. Передавал опыт молодым космонавтам. Как летчик-испытатель поднял в небо самолеты с 500 разных модификаций. Большая потеря для Украины. Он продвигал и задачи, которые летной подготовки, и космической отрасли Украины. Полет продолжается, и герои летают. Один за одним приезжают чиновники и бывшие президенты. Леонид Кучма лично договаривался с американцами о полете украинца на орбиту и провожал его на космодроме. Сожалеет, что в последние годы жизни Леонид Каденюк был практически не востребован. Вы знаете, практично он последние все годы был без работы. Не востребованный, так сказать. Хотя он очень талановитый человек. А общаться с ним было очень легко, потому что он всегда вел себя так, знаете, не нагадуючи, что он мав возможность пишатись собой, своим поступком, так сказать, своим полетом. Все, кто когда-либо встречался с Леонидом Каденюком, говорят, что он был скромным, отзывчивым, добрым и образованным. Он каждое утро, ну, бегал, это все уже знают. Но мало кто знает, что каждое утро его встречал 300-летний ворон. Да. Он всегда брал с собой кусок сыра и приносил этому ворону. Леонид Каденюк ушел из жизни, едва отпраздновав 67. Похоронили космонавта в столице на Байковом кладбище. И сколько бы еще не полетело украинцев в космос, Леонид Каденюк навсегда в истории независимой Украины останется первым. Анна Гришина, Вячеслав Филюшкин. Сегодня канал «Украина».